Вы готовы? Да, капитан! Я не слышу вас! Да, точно, капитан! Здорово всем подозреваемым, и с вами, как всегда, Саня Слоун, и сегодня вышло обновление в Suspects. Новый легендарный скин «Пылающий панк» уже добавлен в игру, и скорее всего, в эту пятницу он уже появится в магазине. Сегодня я хочу сыграть в новый фан-режим вместе со своими подписчиками, который очень крутой по нашему мнению, и мы будем играть на новой третьей карте «Зоопарк». Так как на новой карте «Зоопарк» есть кусты, то мы придумали сделать эти кусты сейф-зоной, то есть тем местом, где Бука или убийца не может убить мирного игрока. Это будет очень интересно и очень фаново, потому что на новой карте очень много кустов и много мест, где можно прятаться. Ты готов? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Sloan. Ну а мы начинаем. Поехали, сынок! Ну что? Саня, поехали! Кто убит? Шутки разрешаются. Ну что ж, сынок, поехали. Тогда я погромче сделаю voice-чат сейчас специально. А кто со мной играет сейчас за убийцу? Угадай. А, нифига, ты тоже заюзал карточку? Ну типа. Ну погнали, сейчас будем разваливать. Меня дублируются сами, видать, баг. А, походу этот баг исправили, но потом он опять появился. А, это значит, что можно играть в пабликах теперь на халяву, юзать карточки. Новый легендарный скин, ребята, кстати, напишите в комментариях, кто, ну, вы смотрели начало видео, как он будет выглядеть, как вы думаете? Я-то уже примерно знаю, как будет выглядеть новый легендарный скин, но хочу, чтобы вы тоже приняли участие в этом интересном обсуждении. Как же будет выглядеть новый легендарный скин? Вот интересно, мы в люке, надо было уточнить, что мы в люке не можем... А, стой, сынок! Блин, я забыл, что мы играем в сейф-зону тупо. Смотри, в кустах сколько людей бегает. Я поймаю вас все равно. Саня, только свет не вырубай, пожалуйста. Не-не, свет не надо, да, свет не надо. Это и так сложно, и прикинь, они так... Ну, мы плохо видим, они видят хорошо. Но если вырубать свет, то это вообще будет жестко. Но их задача выполнить все задания. Если они не выполнят задания, им конец. Слон, не падается, не трожь меня, слон. Да давай, убей его! Убить-то кнопку нажми! У меня кнопка не жмется, ну что это? Убью. Ну блин, кнопка не работает. Ты слышишь, я пытаюсь его убить, а кнопка не... О, вот, видишь, убили вне кустов. То есть это нормально, Саня, это нормально. Привет, как дела? Так, погнали. Можно пойти, наверное, на правую часть, посмотреть, что там у нас происходит. Потому что здесь уже, судя по всему, все ныкаются, выйти не могут. Мой убийца, второй напарник, ему надо, наверное, не политик. Замечательно. Блин, смотри. А, подожди, кто выбежал с кустов? Саня, хочешь шутку? Смотри, знаешь, почему-то вы не можете нас убить? Ну? У меня дробовик, а у вас нету. Ты знаешь, в чем прикол? Я придумал. Вообще, новый режим свечка можно придумать. Вы, короче, в кустах шевелитесь, там постоянно что-то мелькает, а мы со свечкой держим ее и подсматриваем, что вы там делаете. Маленьких питомцев рожайте. Ладно, поехали. Блин, нифига не дают возможности убить никого, блин, эти кусты. Опа! Стопэ! Куда? У меня зрение маленькое, я не могу. А мужик, кого-то убили уже, не? Скеллюб. Ты хоть кого-нибудь убил? Да я не могу, ты знаешь, в чем прикол? У меня кнопка лагает, типа я догоняю, не могу убить, я тупо иду влево. А я убил и то пацана, который АФКшил. Не, ну нормально, но он был в центре, так что не в куста. О! О, нифига, у тебя реакция, конечно, блин. Я офигел, даже не заметил. Так, ну это компик. А, смотри, смотри, они выполняют задание, смотри. Я тебя слышу. Щенята. Надо вырубить микрофон, чтобы меня не палили. А давай на камеру посмотрим. Давай вот... А, подожди, камеры же в другом месте. Я все время путаю камеры, ребята. Вечно путаю две эти комнаты. Давай посмотрим, где они. Я знаю, где он. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Пабу, пабу, пабу. Залетай, короче, быстрее в этот, к эскимосам. Да убей ты его, кнопка не работает. Черт бы тебя побрал, разработчики. Исправьте этот гребаный баг. Я уже не могу просто никого убить. Что это такое? Ему просто повезло. Да у меня кнопка эта долбаная, не пашет. Ты меня трогать не будешь. О, отлично, хоть кого-то убил. Саня, хочешь, я подсоединить сыграть, ты меня трогать не будешь. Ну давай. Представляй. Давай, я сейчас на снегу, как снежный мышь. Вторая часть... Ля-ля-ля, Саня Слоун, самый лучший ютубер. Ну ладно, тогда скажи, какой самый топовый код автора нужно вводить, а то люди не знают иногда. Слоун! Где-де-де, стой, где ты? Самый топовый код автора Слоун, не трогай. А дальше продал... Ну зачем? Он не успел.
Ты был... Знаешь, на что напоминает его шапочка вообще? Вот есть корова, да? Ну вот корову вымя чуть Falls. Другое. На вымя коровы тупо, да? Немного смотрю. А мне это так напоминает Gravity Falls гномика. Блин, ну этот сезон реально самый топовый. Вот реально, вот по скинам вообще имба просто какая-то. Я не зря, кстати, Джейсон Вурхис. Это все для того, чтобы создать такую атмосферу убийства. Да, Чаки и Джейсон Вурхис. Это прям идеальные убийцы. Нам надо полить их под заданиями просто. Иначе тогда они нас, ну, они будут нас просто в кустах будут сидеть все время. Кстати, а тут у нас, смотри, хижинка какая-то. Ладно. В общем, напиши в комментариях, как тебе новый легендарный скин. По-моему, это имба. Ну, в пятницу, я думаю, что мы его уже увидим. Ну, или один из этих скинов точно мы уже должны будем увидеть. Да, не прятаться, блин. Это вообще-то прятки режим, а не... Ребят, просто посмотрите, что это. И все, они, вы из кустов, походу, не выходите, да, вообще, типа? Смотри. Ошибись, они просто не вылазят. Они так не идите вылазят. Задание выполнять, это же ваша миссия, да. Выполнить задание. Надо ограничить время, короче, будет. В смысле выполнили? Да, так да, бегайте уже. Выполнили. Как выполнили? Не, мы реально все выполнили. Я выполнил. В смысле? А что, так можно было? А что, и как нам теперь победить? Я придумал новые обстоятельства, так как есть такая вещь, как выполнены все задания у тех игроков, которые прячутся в кустах, и убийцам уже никак не победить. Короче, смотрите, новое обстоятельство. Когда выключается свет, вы обязаны выбегать из кустов. Но мы не можем вас попасти, короче, на свету. То есть вот так вот. А ладно, иначе, как тогда выиграть? Мы вам дали фору. Так, ну а по-другому как выиграть-то? А мы проигрывать не любим, ребята. Сейчас я, короче, их затру, выгнал из кустов, типа, опа, сынок, иди сюда. Подожди, да стой. Ну у меня кнопка не работает, ну блин, ну что? Он сейчас в кусты спрячется. И так будет нечестно. Я ж нажал. Ну я тоже нажал, вот именно что я нажал тоже. Вот блин, тут одна скелли лежит уже, у меня запылилась, просто, уже разложилось тело. Его даже не видно в этих кустах просто. Когда темно, вообще ничего не видно. Минус Ларри. Так, минус Ларри еще. Это, походу, ты только всех убиваешь. Я только один килл сделал. Вообще, вот именно чинить свет, это даже, ну, проще, потому что тут рядом кусты есть. Можно спрятаться и находиться вот тут вот. И ну, все. Да. Типа изи. Ну, у меня пост выполнен, я тут буду сидеть. Вот, блин, а. О, подожди, а мы можем же заходить в кусты, а что нет-то? Мы можем пасти кого-нибудь в кустах, а потом выйти резко и убить. Ну все, они выполнили все задания, невозможно победить теперь. И как теперь побеждать? Ну нет, он... Да в смысле? Давай, да у меня тоже не нажимается, я ничего не могу с этим Мелвином сделать. Ой, Мелвином, блин. Все. Это Гэндальф, я называю его Гэндальфом. Гэндальф серый. Я ничего не могу с ним сделать, у меня тупо кнопка не работает. Надо, короче, убить того типа, который охраняет свет. Где он? Куда ты пропал, блин, а второй... Куда? Опа! Куда? А я его убил все равно. Это видишь, он не в кустах. Все, я все, я честно. Я тебя видел, Саня. Давай. Собака зарепалит. Давай вот так вот с кустом. Ага. Интересно, слышит он мне или нет? Я пытаюсь просто аккуратненько так его сейчас приводить, чтобы он на свет убежал. А почти, кстати. Убил? А, собака, блин. Я его пасу тут, понимаешь? Я жду, пока он выйдет, блин. Я спрятался, понимаешь? Я тут в кустах аккуратненько. Еще, знаешь, звука же не слышно, блин. Так хочется его грохнуть. Он тут стоит, блин, а меняет эту всю атмосферу, портит, блин. А, все? Мы выиграли. Ну, конечно, выиграли. Так, подождите, теперь давайте я за мирного хочу попробовать. Теперь я буду мирным. Самое главное правило — не убивать в кустах. То есть, да, на свету, короче, если уже там реально безвыходная ситуация, то правила игры немножечко меняются. То есть, когда выключается свет, нужно выбегать. Но все равно, прятаться в кустах можно, типа, при экстренной ситуации. Теперь, короче, убегаем от убийцы. Надо главное выполнить все задания, это основное. А что, не нажимается? А-а-а, блин, это слишком далекое расстояние. Так, давай быстрее. О, кстати, ушки. Ушки мне первый раз попадаются. Блин, какое долгое задание, стой. Ой. Да, вот да, тут. Во, смотри, вот тут можно. Я могу бегать по кустам. Здорово. Мне не нравится. Знаешь, у тебя вот тут есть. Саня, у тебя так маска светится в траве. Да, в траве классно. Там, серьезно, очень красиво. Прикольно. Так, а Декарт? А, смотри, я прибежал. Сынок. А, это подожди. Да стой, Рокси. Смотри-ка. А? Если, короче, будешь плохо учиться, будешь выглядеть как Тони. Посмотри. Как? То есть, Слоун. Нифига. Сколько у тебя уже
Можно тихо. Сколько у тебя уже сынков? Сынки у меня 77 тысяч. Кто рискнет сейчас починить свет? Кто из вас пожертвует собой? Идите. Кто пожертвует собой? Мы не можем. А что ты стоишь, палишь, блин, так нечестно? Ах ты ж, ты что делаешь? Ты нафиг там стоишь? Мы там не стояли, мы вообще-то пасли специально, аккуратненько в кустах. Ладно, пошли. В общем, ты стой здесь, король. В смысле? Иди. Я буду сейчас, я скажу тебе, Фил. Давай. Порезаю. Ну, он хоть успел починить. Саня, убегаем отсюда, Саня. Все, уходим. Ну, он пожертвовал собой ради всеобщего блага, так сказать. Я ухожу. Так, вы куда бежите? О, стойте, блин. Назад быстрей! Кусты, срочно. Бежим, тут кусты, давай. Все, в кустах. Все самое интересное, что Саня, в кустах тоже обзор маленький такой. Я так заорал. Да, в кустах обзор маленький, это проблема. Так. Ну, поначалу, мне кажется, так, лучше так, не вырубать свет, а то это слишком палевно будет. Да? Ну, тут есть задание, которое можно выполнить, не выходя из кустов. Это, кстати, очень прикольно. Опа, свет. Надо бежать. Блин. А, тут надо чуть-чуть подойти. Блин, а да, как мы... Тут... Блин, стой. Бежим, скорее. Стойте, встаньте по бокам как-нибудь, чтобы не спалили нас. Если вдруг шо, говорите, хорошо, что бежит, ладно, убийца. Ладно. Он успел забежать. Ко мне ног приставал. Да нет, это же не... Не понял, да? Он заскамил меня, блин. Так нечестно. Ну как тебе такой режим, подозреваемый? В общем, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Sloan. Ну а с вами, как всегда, был Саня Sloan. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.